Я маленькая Вера, давай поиграем. Всем привет, ребята! Посмотрите, какой гоночный трек у меня есть. И сегодня мы будем проводить тест-драйв. В тест-драйве примут участие вот эти машинки и вот эти машинки. А помогать мне будут Спиди и Томми. Эй, будет весело! Ага. Первая приглашается на старт красная машинка. А я буду ехать сзади и следить, чтобы ничего не случилось с машинкой. На старт, внимание, марш! Вперед! Тест первой машинки окончен. Ну что ж, красная машинка показала неплохой результат. А теперь приглашается на старт оранжевая машинка. А сопровождать его буду я, Спиди. На старт, внимание, марш! Ну вот, мы разогнались слишком быстро и вылетели с трассы. Какой позор. Оранжевая машинка выбывает из соревнования и приглашается на старт желтая машинка. На желтой машинке поедет Джордж. Итак, Джордж уже пристегнулся и готов к старту. На старт, внимание, марш, поехал! Надо ехать побыстрее, чтобы выиграть. Но осторожно, а не то я тоже вылечу с трассы. Ура, Джордж, ура! Джордж показал нам лучшее время, и у нас осталось всего лишь две машинки, которые поедут вместе. На старт, внимание, марш! Ого, вы видели? Они не гоночные, но гоняют быстрее, чем все остальные машинки. Ну все, все, ребята, стойте, вы победили. Вот это да, эти ребята точно заслуживают победу. Вот так вот, ребята, самый красивый, это не значит, что ты самый лучший. Иногда одержать победу может тот, от кого ты этого совсем не ждешь. Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран, смотри дальше. Пока-пока!